станут одинаковыми, современными и комфортными. Коммерческие организации вызвались оснастить Иваново новыми остановочными павильонами. Мэрия Думы ничего против такой инициативы не имеет. За счет инвестора в областном центре могут появиться остановки наподобие той, которая уже есть у «Современника» и на Куконковых около Риата. Градоначальники выдвигают инвесторам следующие требования. Остановки должны быть максимально похожи друг на друга, оборудованы камерами видеонаблюдения и электронным табло с информацией о движении транспорта. Также предполагается, что внутрь крытого павильона можно будет зайти, чтобы согреться зимой. Кроме того, в помещении предлагается установить биотуалет. Согласится ли инвестор на все эти требования, пока неизвестно. Остановка должна окупиться в основном за счет банков, арендной платы за установленные там банкоматы. Получится ли это сделать, не превратив новые объекты в общественные туалеты и приюты для бездомных, время покажет.